Каждому человеку либо дано любить, либо не дано. И я вот сталкивалась как, в жизни... Как, всем дано? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Я замечала часто, что люди, говоря об отношениях, например, двоих людей, никогда не видят в этом... Очень многие часто не видят искренность и то, что за этим, кроме этого, ничего не стоит. Все находят объяснения, оправдания, ну и так далее, и так далее. А я не знаю, я почему-то, когда узнаю, что... кому-то с кем-то хорошо, я верю в то, что им хорошо. Не знаю почему, потому что у меня было так в жизни. Я знаю, что такое любовь, я знаю, что она есть, я знаю, что такое влюбленность, и это абсолютное счастье, ни с чем не сравнимое. Точно так же, как что такое рождение детей. Mm-hmm. Это вот у меня, когда родила Павлика, очень долго-долго было все мучительно. И потом, когда он родился, я поняла, что такое вот быть в раю. Mm-hmm. Понимаете, я это в жизни ощутила, поэтому я считаю, что много счастья было в моей жизни. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».